такой металл здесь вышел. Карбюратор, карбюратор алюминий, латунчики, ключики сорванные. Вот, степлеры, зажимы, свинец, переключатели, такие биты, шестеренники, угольники, отвертки, такой биты, такие внутренние, такие биты, эти от трещотки, тройка, четверка, пятерка, семерка, одиннадцатый, тринадцатый, три к восьмым, девятка, десятка, четырнадцатый, три четвертый, не знаю. Что еще? Ну, ключики, хомуты, вот столько болтов, саморезов, то есть болты все сюда склал. Вот такой хлам, мусор собрал. И такой магнитик теперь у нас есть проверять, что такое. Видел только в таких магазинах. Это у нас с советских времен. Цена 0 рублей 70 копеек. Артикул ЛГ. Вот что-то такое. В магазинах пользовались. Еще один видел такой вещи выбивает. Это советское. Вот столько собрал мусора всякого. Хлама. Хламчик такой. Еле-еле-еле. Вот в пакете еще. Вот в пакете. Еще надо этих достать. Степлеры. Степлеры. Кому-то кто-то что-то плитку делал, залаживал. Вот что степлеров. Дофига. Вон латунчики у меня какой. Шестигранники сорваны. Это мусор. Вот так собрал. Вот эта коробка как раз лежала, с коробкой достал. Вот, веревки все убрал уже. Уже ночь наступила. В деревню все надо. Да, все к делу пойдет. Как у меня друг мусорки с Тельтамака работает, целовать тоже. Привозит холодильник прямо новый, телевизор новый прям. Все, говорит, новый, да, с прицепа. Это купила, работа на прицепе даже. Ну, в городе, да, там все есть, не спорю. Вот у нас тоже не бывает такое. Вот кто-то что-то делал и все выкинул. Коробки лежало, это шестигранники, все головки сорваны, все, вот. Так, проверяем блок питания вчерашний. Мультиметр. Проверяем. О, нифига себе, работа 26,7. Блок работает. И вот такой советский блок показывал с предохранителем. Конец такой. Проверим. Проверяем. 5,9, кажет. С таким штекером. 5,9. Интересный. Только лампочка здесь не горит. А чего такой? Ну, 6-вольтовый почти. Интересный блок такой питания. Большущий. Советский. Просто розетка.